Самый молодой и патриотический день в году отметили во всех уголках Ульяновского региона. На один день центр города превратился в одну большую декорацию для фото с яркими лентами, белыми шарами и малыми архитектурными формами. Праздничные мероприятия стартовали на площади Ленина. Ульяновцев поздравил губернатор Сергей Морозов. Дорогие друзья, пусть крепнет слава нашей Родины, а ее прекрасное имя Россия неизменно вызывает у нас чувство гордости за великое прошлое, прекрасное настоящее и светлое будущее. С праздником вас всех! С Днем России! В празднование включили школьники, которые возложили цветы к памятнику Богдана Хитрово и подняли российский триколор. Ну а самые прилежные ребята получили паспорта прямо на сцене под аплодисменты сотен зрителей. Мария занимается в театральном кружке при Доме офицеров, увлекается плаванием, изучает английский язык. Для юных талантов Ульяновска День России стал отличной площадкой для самовыражения. Недели изнурительных подготовок не прошли даром. Творческие коллективы порадовали горожан зажигательными танцами и песнями на радость и наставникам, и родителям. В небольшом промежутке времени обязательно будет кто-то выступать. Для нас это концерты и замечательное проведение времени. Организаторы постарались на славу, создали развлекательные площадки для горожан. Возле краеведческого музея проходила выставка-дегустация молочных продуктов местных производителей. На Соборной площади мастер-класс по академической живописи от ульяновских художников. Также прошел модный показ от дизайнеров-земляков. А на территории аллеи на венце расположилась литературная экспозиция от Дворца книги. Общее название нашей книжной мили называется «Широка страна моя родная». Она посвящена, конечно же, Дню России. И каждая из площадок, которая здесь находится, посвящена какому-либо населенному пункту или там, области, которая входит в состав России. В этом году День России получился по-настоящему интересным и красочно оформленным. Мероприятия были расписаны на весь день и проходили не только на площадях в центре города, но и во всех уголках региона. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.